Все меняется, особенно бюджет. Депутаты городской думы снова приняли решение о внесении поправок в главный финансовый документ областного центра. Перераспределение средств стало возможно благодаря образовавшейся в казне экономии. 1,5 миллиона власти решили выделить на закупку оборудования для городского планетария. Подходящее помещение и квалифицированные педагоги есть, а вот техники для того, чтобы считать звезды, не хватало. Дополнительные средства пойдут на механизированную уборку города и компенсацию разницы в тарифе для МУП «Ивановский пассажирский транспорт» между экономически обоснованным и установленным для населения. Это дополнительные средства сверх запланированных на текущий год. Как отметил спикер Кузьмичев, их выделяют для поддержки транспортного предприятия. Это связано с тем, что предприятие должно, на мой взгляд, дальше продолжать нормально функционировать, потому что оно выполняет достаточно серьезную социальную, ответственную, я считаю, миссию. В данном случае считаю целесообразным поддержать данное предприятие. Как всегда, в общем-то, бюджет города поддерживал, потому что сегодня троллейбусом пользуются как раз наиболее социально защищенные слои нашего города.